за мной. Идем сюда. Мало несчастно. Господи. Я людей обгоняю. Да что ты передо мной идешь? Ну начинай.
давай. Я говорю, зимой, говорю, это самое забитое, все, грязь выглядит, зато летом они работают. Да. Выставляют огромные, себе бабки сбивают. Деньги. А городу потом ничего. Письмо. И рады. Впереди, перед нами. А такие, что быстро, как вот это там, вот на приморке. Не бывает таких. Не, ну там уже остается, сколько там нету тренинг, выходили раньше два. Думка. Да не думка, которая ларек стоит. А, его давно нет.
Нам лучше чего? А раньше вот тут ларек тоже был, тут прямо вот был раньше. Возле беседки, я понял тогда, что я покупала там пиццу. Был раньше, все, чучу. Идем, в вагомашине нету. Был давно, чучу давно. Что-то там я его не видел. А что он давно уже закрылся из-за этого карантина? Что про то, что? Тебе не осень, не зима. Обожаю знать, как он все изменил. Зелень мне темно, но я так не хотел. Послухай, не вмикай у мене, вже забрало сил. Людей немає віри, всі живі, ось не зумає. Нормально, меня не кусают. Идем прямо. Ты через заправку пошли, чтобы быстрее. Не хочу через заправку. Пошли прямо. Мы сейчас быстро, а закрываем по низу вас. Согласен. Угу. Ну да. Кто не подумал никто. Мы не взяли.